Дагестанская молодежь выясняет отношения на танцполе. В столице у русского драматического театра прошел баттл. В танцевальной схватке сошлись представители разных стилей. Каждый желающий мог принять участие и проявить себя на открытой площадке. Масштабное мероприятие организовали Дагестанский центр современного искусства, проект балетно-танцевальной школы «Четвертая мастерская» и движение «Я помощник президента». В номинациях «All Styles» и «Национальная хореография» танцоры показали свой профессионализм и красоту исполнения. Сегодня победителей и побежденных нет. Мероприятие закончилось дружеским баттлом двух культур. Для участников возможность собраться вот так вот в центре города и показать все, на что они способны, это уже победа. Организаторы пообещали устраивать подобные мероприятия чаще, чтобы молодежь, которой есть что показать, было куда приходить и драться красиво – танцами. Oh.